понедельник в Самарской области пасмурно, пройдет снег. Минус 1, минус 4 градуса днем, ночью 10-12, ниже 0. Западный ветер 5-7, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега. В дневное время минус 1, ночью 10 с минусом. Западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снег. В дневное время минус 1, ночью 11 градусов ниже 0. Западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем минус 3, ночью 12 градусов ниже 0, юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.